Всем привет, друзья! С вами Городничук Александр. Сегодня в нашей программе я покажу вам, как укрепить кисти именно для новичков, для начинающих. Ведь вам так знакомо, когда вы пришли в зал, немного побили по мешку, а потом неделю-две, а то и месяцами болят кисти. Либо, к примеру, вы собрались на секцию бокса. Друзья, позаботьтесь о своих кистях, укрепите их. Я вам покажу сейчас два упражнения, очень простых, которые можно исполнять как дома, так и в спортзалах. Везде, и они подойдут как для девушек, мужчин, так и для детей. А сейчас пойдем посмотрим. Итак, друзья, первое упражнение. Руки ставлю на стенку вот таким образом, открытыми ладонями, к себе. Одну руку немножко ниже опущу, чтобы вам было хорошо видно. Ноги отвожу назад, то есть упираясь на руки, и аккуратно начинаю отдавливать руками себя назад. Вот такого плана. Не нужно становиться в 90 градусов на косточке, так делать не нужно. Вот. Опустил руки и по чуть-чуть вот так это прокачивал. Я их не дергаю. Я просто чуть-чуть поднял и плавно опустил. Плавно поднял, плавно опустил. Вот такого плана. Это первое упражнение. Поверьте, неважно, это будет делать опытный человек, либо неопытный. Сделайте так 30-40 раз, я посмотрю на ваше самочувствие и жду комментария к видео. Как у вас самочувствие, пригрузились кисти или нет? А сейчас второе упражнение. Ставлю руки вот таким образом, ладонями на стенку. Ноги отвожу назад, упираясь на стенку ладонями. И начинаю отрывать вот эту часть ладони. Но вот эта часть, она остается на стене. Это я делаю точно так же плавно. Отвел, опустил. Отвел, отпустил. Если вам показалось это легко, после раз 70, вы больше отводите ноги назад, то сделаете более крутой угол давления. И вот поднимаете, опускаете, поднимаете, опускаете. Но до конца опускать не стоит, чтобы ладонь не касалась стены. То есть всегда в напряжении руки. В напряжении подняли, в напряжении опустили. Ребят, эффективность этого упражнения именно для вас. Жду комментарии под этим видео. Вот такие, друзья, два простых эффективных упражнения помогут сделать ваши кисти крепче. Ну а также, друзья, если вам хочется потренироваться в Таиланде, обязательно посмотрите ссылку в описании под этим видео о спортивных турах в Таиланд. Ну а также, если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями, а самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничук Александр, до скорых встреч!